Бог наше слово слышит и замолк. Вот такие у нас проводы. Ничего, мы подождем. Да. Ну, это ваше дело. Директор, зачем вы окна заколачиваете, если дом купили? Я в темноте люблю сидеть. Вообще, шли бы лучше на станцию. Поезд на дом. Прощаться проще. А мы не прощаться, дядя Степан. Мы хотим ехать с ними. Они сами не знают, где жить будут. И мы там же рядом. Ну, с вами не соскучишься. Значит, сохранитесь пока в доме. Хорошо. Его подготовить надо. Сердце-то не железное. Окна законопатят, топить не надо. Может, когда вернетесь, тепло будет. Спасибо, дядя Степан. Вы тут за могилку приглядываете, ладно? Я что, что я? Голоду брошу, что ли? Пока я живой, я с ней. Ты потом. Это только здесь, на этом свете, люди по разным кладбищам разбегаются. Там все вместе будут. По глупости друг друга сторонятся. Вот голода это понимала. Девочки, пойдемте помоем пол. Ну что мы, ты вас не вымоешь? Нет, вы сами. Таков обычай. Пол надо оставлять чистым. Верно, пап. Без меня пусть не выходит, он и...